как сложилась игра, крутая. Ну, игра сложилась очень зрелищно для болельщиков. Я считаю, хороший футбол был в исполнении двух команд. Хочу поздравить команду «Тосно» с победой. С победой, скажем так, что превзошли они нас в огромном желании победить. В огромном желании. И те ошибки, которые привели к взятию наших ворот, были созданы нашими игроками. Не более того. Потом, когда пошла игра уже во втором тайме, особенно 2-1 счет стал, когда стали рисковать и на встречных курсах, и Тосно были моменты, и у нас были моменты. Тосно реализовала их. Не реализовали, чем я их поздравляю. Как изменилась игра Тосно? Готовились вы к этому матчу? Встречались команды, которые вверху турнира на таблице? По сравнению с прошлым сезоном, в прошлом году дважды играли. Ну, если только улучшилось, то есть изменилась игра, то только в лучшую сторону. В лучшую сторону. Хорошая команда, укомплектована очень квалифицированными игроками. Ту игру, которую мы предполагали, что игра будет вестись за счет длинных передач на двух выдвинутых мощных нападающих, на Заболотного и на Кукина, и с хорошим подбором, все тут и стандарты. Собственно, все так и произошло. Мы пропустили два мяча со стандартных положений. И второй мяч, ему непостижимо, как расположились наши два центральных защитника, когда со своей половины одним пасом отрезается сразу два защитника и выход один в один. Это наши ошибки, только наши ошибки. А так добротно, хорошая команда. Коллеги, ваши вопросы, просьба задавать в микрофон, представляться и ваши вопросы. Здесь Александр, новый на Бродской газете. Вот скажите, пожалуйста, вы впервые на как вам наш город, как стадион и как публика? Великолепный город, потрясающий стадион, публика, футбольная атмосфера, все на высшем уровне. Скажите, пожалуйста, какая стоит на сезон задача перед факелом? Задача одна, в каждом матче стремиться к положительному результату и занять место не ниже, которое заняла команда в прошлом году, не ниже шестого. А задача выхода премьер-лиги пока не стоит? Задача не ниже шестого, а место может быть любое, с первого по шестое. И как вы считаете, вот назначение пенальти в ворота Факела было справедливым решением арбитра? Ну, раз арбитр назначил пенальти и били этот пенальти, значит, наверное, обоснованно. Там есть инспектор, который будет смотреть, наверное, и оценивать действия судейской бригады. Давайте другим коллегам тоже дадим слово. Арсений Сысоев, радио 53. В недавнем интервью на сайте, которое опубликовано, вы говорили, что, в принципе, довольно как укомплектована ваша защитная линия, да, к тому же у вас еще Драник попадал 4 раза в сборную туру за 4 тура, которые прошли. Как оцениваете действия защиты в этом матче, потому что все-таки 3 мяча пропустили? Пропустили очень много. Мы в 4 играх 2 мяча пропустили. 2 мяча всего пропустили. И один из них с пенальти. Сегодня линия обороны сыграла крайне неудачно. Как я сказал, как в стандартных положениях мы два мяча со стандарта получили. И тактических ошибок было много. Будем разбираться. Спасибо. Добрый вечер. Да. По традиции я поблагодарю, наверное, болельщиков, что поддержка, как всегда, она с нами и помогает ребятам. Опять, не банальные слова, это искренние слова. Благодаря во многом именно им ребята еще показывают максимум. И сегодня многое получалось, да, были ошибки, но еще раз повторюсь, раскрепостились, забили хорошие голы, были хорошие эпизоды, где можно было еще забить. Но еще раз повторюсь, играли с хорошей сыграющей, одной из играющих команд в чемпионате, и повторюсь. Сложный матч, это кажется, что если кому-то что по счету вот, был простой, он был очень непростой. Это последние минуты. Здесь заслуга ребят и спасибо. Выполнили практически все, что я просил. И отсюда, наверное, результат такой. Давайте приступим к вопросам. Тоже так на микрофон. У кого есть вопросы, поднимайте руку и, соответственно, задавайте вопрос. Пожалуйста, спасибо.
Работает. Да. Арсений Сысоев, Радио 53, Путина травма, идет серьезно, есть какие-то новости по этому. По кому? По Путину травму получил, заменили. Завтра будет обследование, узнаем, что. Да, конечно. Если говорить о готовности команды, можно ли сказать, что вы уже вкатились в сезон, что, собственно, уже вот это время, которое после сборов, оно уже прошло, и команда уже находится в нужном игровом ритме? Ну, во-первых, у нас практически 8 дней, 3 непростых матча было, никаких больше эмоциональных, даже плюс, конечно, там усталость, напряжение, я имею в виду Мордовия, Кубань, Факел, это, я считаю, лидеры, и, несмотря там на то место, где находится Кубань и Мордовия, я считаю, что это все равно претенденты за медали, за выход. И отсюда я говорю, что говорить, что вкатились, ну, такое впечатление, что он уже идет давно чемпионат. В чемпионате мы в игре.